Эй, ну надо же. Похоже, эти ржавые шестеренки наконец-то пришли в себя, а? Действительно, надо же. Вы знали, что медовый хруст — это самый стойкий и выносливый из всех сортов яблок? Яблони выдерживают даже 40-градусный мороз и продолжают расти. Они переживают любые бури. У меня есть одна яблоня, я ухаживаю за ней с детства. По сей день я не пробовала ничего вкуснее ее плодов. Спасибо. Уверена, они порадуют вас по пути домой. Вообще-то я задержусь на какое-то время. Не думаю, что это хорошая идея. У Генри хватает сложностей, незачем, чтобы еще и вы сбивали его с толку. При всем уважении, мадам мэр, то, что вы угрожали мне дважды за последние 12 часов, заставляет меня остаться. Как яблоки могут быть угрозой? Я умею читать между строк. Извините, я только хочу убедиться, что у Генри все в порядке. У него все прекрасно. Обо всех его проблемах я позаботилась. Что это значит? Что он проходит терапию. Все под контролем. Мисс Вон, только одна из нас понимает, что лучше для Генри. Да, я начинаю думать, что в этом вы правы. Вам пора уезжать. Иначе? Не надо недооценивать меня, мисс Вон. Вы не представляете, на что я способна. Я разрушу ваше счастье. Пусть даже это будет последнее, что я сделаю. Эй! Хочешь чего-нибудь выпить? А по мне похоже, что мне нужно выпить? Я только хотел помочь. Благодарю. Ну вот уж угроза так угроза. Разрушить всеобщее счастье. Как ты намерена добиться этого? Проклятие тьмы. Вы уверены, Ваше Величество? Ты сказал, что никогда не применишь его. Ты заключила сделку, когда отдала это проклятие. Ты променяла его. Она тебе не обрадуется. Что мне за дело до чьего-то счастья, кроме моего? Готовьте карету. Поедем в запретную крепость.